В Тирасполе после ремонта открылся досуговый центр «Орфей». Он находится на Балке, самом большом районе столицы. Капитальный ремонт концертного зала, классов для занятий и фасада начали в прошлом году. В воскресенье тут планируют большое выступление. Молодежный клуб «Орфей» – это центр Балки. Каждый день сюда в творческие кружки и секции приходит около 300 детей. Год назад клуб закрыли для капитального ремонта. В процессе ремонта здесь пришлось переделать большую часть помещения. Из старого «Орфея» практически ничего не сохранилось. Мы придумали, как у нас будет выглядеть новая сцена, и она очень удобная для нас. У нас очень уникальная сцена. Здесь два сценических плана. Есть балкон, есть основная сцена, с помощью которого мы можем просто делать прекрасные театрализованные представления. Концертный зал преобразился. Стены, новая сцена и, главное, освещение. Для эпичных шоу здесь теперь есть лазер и дым-машина. На оба сценических яруса теперь легко попасть из новой гримерки. Чтобы ее оборудовать, пришлось достроить новое помещение. У нас очень большой творческий потенциал, и сейчас настал тот момент, когда мы в полной мере можем его реализовать благодаря капитальному ремонту, который прошел у нас в учреждении. В «Орфее» занимается 16 детских и подростковых коллективов, три из которых носят почетное звание образцовых. Здесь вся Балка до 16 лет собирается после уроков танцевать, петь, заниматься музыкой и даже фотографией. У нас детки учатся с нуля фотографировать. Мы изучаем все по свету, ракурсы, в общем, все, что связано с фотосессиями. Вот, мы работаем в помещении, то есть пока что. Но в планах, конечно, работа и на улице, конечно же. Вот, много творческих задумок. А вот отремонтированный зал для хореографии. Здесь установили новые ростовые зеркала и гимнастические станки. Завтра сюда придут на репетицию дети, чтобы в воскресенье представить первый концерт в новом «Орфее». Катерина Воронченко и Данила Кузьменко, ТСВ.